Соответствовать духу войны. Но прошла война. Война ничего не говорит подростку, уходящему воевать. Он фотографируется среди чучел и нотов, в платье, в цветах. Что вы сказали после войны? Славное дело предков угасло. Некого больше встречать, некому встретить. Проще сказать, он умер в вагоне метро. Расширилось сердце. Но нет, он вернулся с войны. Персонажи покидают нас. Он не вернулся с войны. В квартире на Лиговском монотонный треск стрекозы. Двое лежат обнаженные, и он говорит: «Вот, девочка, мои личные вертолеты, мой черный шелковый китайский халат, отечественные сигареты». Девочка смеется и хлопает в ладоши. Она седая. Мои друзья говорят: «Надо быть холоднее, чтобы разрушить, чтобы однажды в новостях увидеть». Он ехал, и он взорвал границы одной страны, чтобы не увидеть новостей и вовсе. А Дима говорит: я подхожу к ним, спрашиваю и стреляю чернильными шариками. И последний текст. Мемориальное чтение. Вот я стою перед домом, но не узнаю свой дом. Это взрывает глаза. Вот мы перечитали столько книг, но не видно книг. И людей в них все застряли, потерялись где-то между Диснейлендом и саркофагом. Насекомые шелестят на пустых полках в залах библиотек. Но совсем другая живность находится в моем доме. Я слышу шуршание, храп, посапывание, скрежет с той стороны пространства. Но где мой дом? Где телефонный звонок тебе вечером в 97-м? Из стеклянной будки, увешанной объявлениями. Еще только объявления, а потом другие виды этих животных преобразили наш город. Голос застрял, голос не знает выхода. Я стою у подъезда, осенью дождь холодный, глаза налились кровью. Или что, ты хочешь, чтобы еще как-то это сказать? Хочется спать, прилечь, голод и узнавание не существует рядом, хочется есть. И это пишет сытый человек, мертвый, в самом деле. Что вы с ним сделали? Мой дом мякоти наружу, а этот дом мясом нем. Его скелет югославский холоден, его жильцы ни за что не выглянут из окон. У них нет быта, их лица на бумажках, приклеенных к дверям. Их отношения не подлежат пересмотру. Они целуют друг друга. Они достали складные лезвия на острие книг. Мне без разницы. Я ненавижу. Я не думаю, с чего это начиналось. Я забыла, к чему это я. Это взрывает глаза. Это можно пропеть. Это можно выбросить, не заметить. Это нельзя прочитать. Это никогда не кончится. Это нельзя терпеть. Это не содержит отсылок. Вкус, запах, память, все налито кровью. Вот-вот лопнет там, риторическим оборотом, в этих беспросветных, размытых, осенних дворах, где силуэт все тот же, ходит один без всех. Невозможно понять, пьян, безубен или просто не тот, никто. Срывает рукописное объявление с дверей подъездов. Этот ритм бормочет, плачет, читает. И короткое такое четверостишье. В нашем городе поселились чудовища. Они воруют порох на складе за городом и раздают его детям. Дети не вполне понимают, что с ним делать. Какая-то пыль. Язык всегда на шаг позади.